нас необычный день. День в университете посвящен английскому языку, английской культуре. Можно поговорить на английском вдоволь. Вот здесь spelling battle. Английский спеллинг достаточно известен, что пишется Манчестер, читается как Вашингтон. И, в общем-то, мы это доказали. Не предаксесса, а предасесса. Ребята справляются очень хорошо. Я, на самом деле, не ожидал, что так быстро они будут писать эти слова. У нас проходит конкурс Pictionary, где участник, один человек, рисует что-либо из трех категорий. Все остальные угадывают, что это. Также у нас специальное мероприятие Five O'Clock с ректором Михаилом Петровичем Федоруком. Мы проводили конкурс эссе на английском языке на тему «Если бы я был ректором МГУ». В моей реальности было возможно дарить людям, незнакомым людям, то есть всем сотрудникам и студентам, преподавателям университета какие-то подарки. Там я написала про печеньки и цветы, ежедневные такие небольшие сюрпризы. Вот я был молодым ректором, у которого есть котик, который разбирает бумаги, у которого бывает депрессия, который человек. Ну, на самом деле, если говорить про чай, то я на чае все время экономлю, я пью чай в кабинете декана физфака. Сейчас у нас сессия уже начинается, и как бы все напряжение такое, а здесь вот можно расслабиться. Просто спокойно в дружественной обстановке поиграть в игру и вспомнить или выучить что-то новое на английском языке. Я очень люблю английский, вот, поэтому я просто не могла такое пропустить. У нас есть студенты англоговорящие, иностранные студенты. Нам важно создавать вот такую атмосферу, где каждый почувствует себя комфортно. Ну и английский язык – такое связующее звено между людьми во всем мире.